сегодня мы ведем репортаж с исторической территории здания главной канализационной насосной станции. Именно здесь 30 июля 1898 года состоялся пуск первой очереди канализации. У меня за спиной историческое здание, построенное замечательным архитектором Гиппинером. Именно сюда, с территории Москвы, канализован был только центр и район Хамовников, сточные воды поступали на главную станцию. Значит, стоим мы сейчас, конечно же, не около Александрийской библиотеки, не около подвалов Ивана Грозного. Мы стоим около грабельного помещения, в котором установлены решетки механической очистки сточных вод. Вот эти технологические помещения были построены с развитием этой насосной станции, потому что производительность этой насосной станции должна была быть больше. Город строился, расширялся. С городом строилась и насосная станция. Работы ведутся в рамках реконструкции набережной. Соответственно, при раскопках были вскрыты эти сооружения. Сейчас ведется их обследование. Значит, мы сохраняем наши корни, мы сохраняем наше историческое здание. Мы развиваемся, идем в ногу со временем, строим современные, новые канализационные насосные станции с применением нового современного оборудования.